что делаешь? Ой, извини, тебе налить? Не хочу, спасибо. Да, та самая Натали, которая коллекционирует барахло. Она просто антоним этого слова. Не знаю, как я ее убедил, но как-то получилось. Это будет интересно. Если вы не в теме, куда попали, я вам быстренько расскажу про свой канал. Это я, минималист. У меня не так много вещей. Я ношу одинаковую футболку почти каждый день. У меня одна пара джинсов, и почти ко всему в этой жизни я отношусь осознанно. А это моя жена Натали, о ней так не скажешь. Все, конечно, не так плохо, но тащить в дом хлам она любит. Особо не парится из-за беспорядка. Мы начали встречаться с ней еще 5 лет назад, но она до сих пор не почувствует плюсы минимализма. Я хочу уточнить, что я не деспот, который специально навязал минимализм Натали. Я тут как бы не пранки снимаю. Мэтт? Мэтт, где мои вещи? Попалась. О, боже мой, где мои вещи, Мэтт? На помойке. Чего? Это же пранк. Я все выбросил. А ну вырубай свою мельницу. Нет, такого вы здесь точно не увидите. Здесь все по согласию. Мы просто поговорили с Натали, и мне повезло, что она была позитивно настроена. В итоге она согласилась, и мы начали эксперимент. 7 дней я буду помогать Натали разгребать ее жизнь, начиная с гардероба, косметики и заканчивая компьютером, телефоном и даже кухней. Натали погрузится в полнейший минимализм. На этом канале мы уже дофига говорили про минимализм, но для тех, кто не видел видео с тобой, что ты думаешь по поводу минимализма? Я просто думаю, что это не мое. Ну, во-первых, у меня нет проблем с этим. Нет чувства загруженности или стресса из-за всех моих вещей. Я не чувствую давления. А как считаешь, за эту неделю ты сможешь ощутить на себе и открыть новые преимущества минимализма? Честно говоря, нет. Но я открыта к новому и готова на постоянные эксперименты. У всех есть какие-то вещи, к которым они привязаны и которые имеют особый смысл. И по правде говоря, парам зачастую приходится справляться с кучей сложностей на пути к минимализму. И нет ничего более парадоксального, чем гардероб. Так как мне в жизни не приходилось сталкиваться с главным боссом, женским гардеробом, я решил проконсультироваться с экспертом. Такое количество вещей очень давит на нас. Прежде всего, это шкаф, в него же дофига можно чего засунуть. Это Кортни Карвер, автор и создатель челленджа минималистичного гардероба «Проект 333», который охватил интернет в 2010 году. В течение 3 месяцев у тебя в распоряжении 33 вещи. К ним относятся одежда, украшения, аксессуары и обувь. А все остальное должно быть собрано в ящик и отложено куда подальше. Но есть вещи, которые не входят в 33. Обручальное кольцо, нижнее белье, пижамы, домашняя одежда и одежда для тренировок. Форму для трени таскаешь только на треню. Снизив количество вещей до 33, люди получили прекрасные результаты. Начиная с упрощения утренних сборов, у них появилось больше времени на себя. Они стали экономить деньги. Наверное, это сработает не для всех, но большинство людей отзывались положительно. Им удалось снизить стресс и давление, они стали ощущать себя лучше. И в этом, наверное, главная польза проекта. Не буду врать, для меня 3 месяца кажутся чем-то невозможным. Так что я испытаю себя. Да, это испытание. У меня будет проект 331. С 1 недели вместо 3 месяцев. Я никогда не делала ничего подобного раньше. Даже в течение тех 6 лет, что мы с тобой знакомы, я никогда не пыталась намеренно сократить свой гардероб. Так что понятия не имею, что из этого может получиться. Походу, меня ждет нервный срыв. Ты готов к этому? Нет, тебе спасибо. Же потом разгребать. Я спросил у Кортни, что она посоветует нам для начала. Первое, что я посоветую, не паниковать. Думаю, это первая реакция, когда вещей в шкафу становится меньше. Начинаешь переживать, а хватит ли мне этого? А что делать, когда нужно будет постирать эти вещи? Сколько мыслей сразу в голове.
И мы начинаем сильно запариваться. И так со многими вещами в нашей жизни. Но когда ты уже начал, это все пропадает, сознание успокаивается. Ты просто делаешь, и вдруг ты чувствуешь, что стресса и тревоги становится меньше. И Натали взялась за дело. Ну что, Нат, приехали, ты готова? Да, готова. Погнали. Думаю, стоит начать с того, где совсем все плохо. Это зимняя одежда. То есть зимняя одежда для восточного побережья. Значит, не для Лос-Анджелеса, на чердак. Как тебе? Да или нет? Не умничай. Вырежись ты, давай. Это вообще уместно. Я чувствую себя шаманом, когда это надеваю. Когда я выбирала вещи из своего гардероба для этой недели, мне нужно было учитывать мои планы, работу и встречи. Так вышло, что на эту неделю выпал День Святого Валентина, поэтому мне пришлось выделить несколько вещей для нашего свидания. И также были дни, на которые запланированы встречи с клиентами. Поэтому мне были нужны вещи, в которых я бы чувствовала себя умной, уверенной бизнес-леди. И я знала, что будут дни, когда захочется просто посидеть почилить дома. И для них я оставила парочку вещей в стиле хюгге. Загуглите. Пока я чистила свой гардероб, нашлось несколько вещей, от которых захотелось избавиться или отдать на благотворительность, потому что я их не ношу уже целую вечность, или они вышли из моды. Особенно куча туфель на высоких каблуках, которые копились годами. Я их надевала всего пару встреч, когда были в Нью-Йорке. Для Лос-Анджелеса они совершенно не подходят. Так что она собрала 99% своей одежды в эти чемоданы и пакеты, унесла их с глаз долой и оставила всего 33 вещи на следующие 7 дней. А ты бы смогла так долго жить? Теоретически это реально. Но жила бы я так, ну ты знаешь, если я и продержусь, буду ли я от этого счастлива? Думаю, нет. Выбирать наряды и всякое такое, правда, приносит мне удовольствие. Лишение себя такого выбора не лучшее, что я могу для себя сделать. Ребята, если хотите увидеть, что было за кадром, и посмотреть другие эксклюзивные видосы, добро пожаловать на мой Patreon аккаунт. Все ништяк, только звук немного дерьмовый. Рабочий процесс. Получите доступ к эксклюзивным видео, моему подкасту и закрытому чату. Спасибо за внимание, а теперь обратно к видео. Позже мы взялись за технику Над, за ее ноутбук и телефон. И тут нас ждала еще более серьезная проблема. Как организовать цифровой мусор, который скопился за 5 лет? Твой рабочий стол – это тихий ужас. Как давно ты его чистила? Вечность. Да, давненько. Да все нормально, что ты драматизируешь? Давай для начала приберемся на твоей панели задач. Чего ты используешь чаще всего? App Store? Ты пользуешься? Нет. Я нахер его отсюда. Я не использую QuickTime. Да, я знаю. Я им просто экран записываю. Галерея? Нет. Капец, у тебя тут срач, конечно. Дальше мы перешли к другим ее гаджетам, и все стало только хуже. Хоть страшилку покажу. 11333 непрочитанных письма на почте. 11000. Окей, я вижу тут две проблемы. Первая, у тебя 11 тонн непрочитанных писем. Вторая, ты используешь Yahoo Mail? Когда мы еще только включили ее компьютер, стало очевидно, что придется потратить кучу времени, и сортировка файлов в более-менее понятную систему займет парочку дней. К тому же она не создает никаких резервных копий. И если бы ее компьютер украли или он сломался, то все ее данные пропали бы навсегда. То же самое и с телефоном. Она бы потеряла фото, видео и все воспоминания за последние 5 лет. Для начала мы скопировали ее файлы на жесткий диск. Так они будут в безопасности во время перемещений. В качестве облака мы выбрали Google Drive. Мы скачали его на ноутбук и скопировали файлы туда. Для ее фоточек мы скачали Google Photos и включили автоматическое резервное копирование. Мы также обновили операционную систему на ее ноутбуке и привели все в порядок. Вот это я понимаю порядочек. Да, теперь я чувствую себя спокойнее, зная, что все файлы скопированы в облако. Это же важно, да? Я боялась потерять какие-то нужные файлы. И то, что со стороны может смотреться как полнейший хаос, на самом деле в моей голове было выстроено в систему.
У меня небольшой секретик от тебя. У меня слишком много косметики. И я специально хранила ее в разных местах, в разных комнатах по всему дому, чтобы ты никогда ее не увидел, сколько ее на самом деле. И мне кажется, ты охренеешь. И Нат полезла доставать косметику из каждой дырки, чтобы собрать все, что хранится в нашем доме. И когда она все это выложила, я понял, что все не настолько плохо. Моя прелесть. Мы собрали части декоративной и уходовой косметики, которой она будет пользоваться эту неделю, в одну сумку. Это даже весело. Она не закрывается. Мне нужно что-то одно. Думаю, мне не нужны эти тени. Это уход и декоративка. Класс, минимализм. Ты что делаешь? А, я думал, это TikTok-челлендж. Когда я решала, что положить в эту сумку, мне нужно было позаботиться как об уходе, так и о косметике. Тем более, предстоял День Святого Валентина, и я хотела сделать что-нибудь красивенькое. Думаю, вещи три в одном. Как этот увлажняющий крем с эффектом тональника и SPF заменяет мне все продукты по отдельности. И когда наша разгрузка хлама подходила к концу, оставалось только одно место, куда мы не заглядывали. Холодильник. Нат настоящий коллекционер приправ. Устричный соус, хойсин соус, рыбный соус, масло с чили, японский майонез. Что она из этого оставит? Ты реально все это ешь? Прям все? Да. Ну окей, можешь оставить. Ура! Я решил дать Нат поблажку за то, что она принимает участие в этом маленьком эксперименте. Когда я помогал ей с ее гардеробом, гаджетами и косметикой, я понял, что самое сложное в минимализме – сделать первый шаг. По правде говоря, мне не особо понравилось избавляться от вещей. Это так мучительно, такие хлопоты. Кому такое может понравиться? Погодь, я знаю тебе, тебе! Так что же Нат получила от этого эксперимента? Получила ли она какие-то ценные и полезные уроки? Думаю, кому-то это поможет. Тем, кто, например, каждое утро открывает шкаф и такой: «А, что же надеть сегодня? Это так удручает». Но это не про меня. Я открываю шкаф и беру нужные вещи, нет проблем. Так что я не думаю, что это как-то помогло мне. Честно говоря, я никогда не стану минималистом. Прости, Мэтт. Да ничего страшного, спасибо за попытку. Давай пятерочку. Опять ты за свое. Но все-таки есть одна вещь, которая пошла ей на пользу. Было полезно перебрать свой шкаф и найти вещи, которые я уже давно не ношу, и отдать их на благотворительность. Это была приличная кучка, что значит, у меня освободилось место для новых шмоток. Так что, хотите вы стать минималистом или нет? В любом случае, стоит периодически перебирать свои шмотки и находить то, что вы уже не носите. И лучше всего отдавать туда, где это действительно будет необходимо. И думаю, это лучший посыл этого видео и всего эксперимента в целом. Все то, что пылилось в шкафу у Натали, теперь отправляется туда, где действительно будет нужно. И это круто. Хочу поблагодарить Нат за то, что она это сделала, и за то, что всегда поддерживает меня в моих видео и принимает в них участие. Не знаю, мне эти видосы очень заходят, они веселые. Также хочу сказать спасибо Кортни Карвер, у нее вышла новая книга, проект 333. Советую почитать на досуге. Минимализм – это не просто стиль жизни, это одна из тех привычек, которые можно и нужно развивать. И на этом, естественно, не ограничиваясь. Прям как автор телеграм-канала 52 недели одержимости. Он уже успешно интегрировал в свою жизнь аж 11 полезных привычек. Из них управление вниманием и подведение итогов дня. Также он ввел новую рубрику под названием «Черновик», где рассказывает реальные истории своей жизни, например, как бросил бухать или курить. Очень классная подача и очень полезная инфа. К тому же бесплатная. В общем, рекомендую. Ссылочка в описании. Также спасибо вам, ребята, за просмотр этого видео, что притормозили у моего канала. Я это очень ценю. Спасибо за просмотр и до скорой встречи. Натали! Ната, где мои девайсы? Попался!
Я думал, ты все выкинула. Ты шо? Не, я его просто раздала. Не понял. Друзья, подписывайтесь на канал Крамарти ТВ, ставьте лайк и прожимайте колокольчик. Спасибо за вашу поддержку. Именно благодаря вам этот канал развивается, а видео выходят почаще. Не забывай обсуждать это видео в комментах и отвечать на мой прикрепленный комментарий.